Новое помещение Дворца детского и юношеского творчества откроется в Люберцах уже этой осенью. Его площадь составит более 700 квадратных метров. На днях ход ремонтных работ проинспектировал глава городского округа Владимир Ружицкий. 700 квадратных метров, половина из которых уже готова. Это четвертое по счету в Люберцах отделение Дворца детского и юношеского творчества. В новое помещение переедет театральный кружок, который до этого работал в центральном здании на Кирова. И хоровая студия. Ее воспитанники занимались в стенах двух гимназий. Уже сформировано расписание занятий. В общей сложности мы планируем 300 человек. Но, естественно, как вы понимаете, в первой половине дня все детки у нас находятся на учебных занятиях в школе. А занятия начинаются где-то, если пораньше освобождаются, с 14, а так в основном с 15 часов и до 20 часов. Ограниченность вот этого времени, но каждый день здесь будут проходить учебные занятия. Новое помещение Дворцу детского творчества выделили на четвертом этаже бизнес-центра на Комсомольской. До конца этого месяца в отремонтированное помещение завезут всю необходимую мебель и музыкальные инструменты. Увеличить количество мест для дополнительного образования было необходимо, говорит Владимир Ружицкий. Ежегодно количество желающих заниматься искусством растет. Мы заинтересованы, чтобы наши дети, я такие слова даже употребляю, не болтались после уроков где-то на улице. Поэтому хочет человек заниматься шахматами, либо петь, либо, возможно, постичь какие-то азы в профессии, ну, скажем, скульптора. Почему бы этому не научить? Сольфеджио, музыкальная литература, фортепиано. Для всего этого уже готовы помещения. А что же будет там, где пока только голые стены? Планируется, что в этих кабинетах детей займут шахматами, декоративно-прикладным творчеством и изобразительным искусством. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.